Всем добрый день. Для того, чтобы откалибровать ваш электронный стабилизатор, в частности, Holcim Buff, для этого нужно зайти на сайт Holcim Tech, с китайского. Переходим на английский, чтобы было понятно. Так, здесь выбираем меню Support, то есть поддержка на русском языке. Так, здесь представлены обновления, в том числе и руководство пользователя по обновлению, то есть различных устройств, которые производит данная фирма. В данном случае нам нужно вот этот электронный стабилизатор для мобильных и экшен камер через переходник. Мобильные телефоны до 6 дюймов без проблем устанавливаются в него. Скачать эти три файла, то есть основное, где идет обновление прошивки, то есть для калибровки вашего электронного стабилизатора, и руководство пользователя. То есть нужно скачать. Я уже это все скачал, и у меня находится вот в этой вот папочке. Вот это три файла. Это для другого стабилизатора. Так, нужно разархивировать то, что находится вот в этом файле, вот эта прошивка, дальше руководство пользователя, как осуществлять. Так, здесь еще нужно будет разархивировать, то есть нужны драйверы для подключения к USB данного устройства, непосредственно программка, благодаря которой будете осуществлять обновление вашего стабилизатора. Так, я это все проделал, то есть вот у меня установка драйверов, то есть здесь нужно выбрать свою версию, запустить, и установится драйвер для подключения вашего устройства. То есть либо 64-разрядную систему, либо 32-разрядную систему. Да, еще там есть, в зависимости от того, какой у вас вариант Windows, то есть для XP отдельно, для всех остальных, то есть вот данный драйвер. Так, я тоже это уже все сделал и установил. Так, здесь вот разархивировал я, то есть вот эта прошивка, вот это руководство пользователя по установке прошивки, и непосредственно сама программа. Так, теперь нужно подключить ваш электронный стабилизатор. Так, чтобы прошить стабилизатор Holcim, вам нужно, во-первых, избавиться от аккумуляторов, чтобы их не было внутри. То есть удостовериться. Так, дальше взять кабель, который входит в комплект. Подключить сначала к ноутбуку, к компьютеру. Так, вторую часть подключить к разъему непосредственно стабилизатора. Но при этом вам нужно держать джойстик нажатым в течение 3 секунд. Отпускаем
Все, теперь вы можете перепрошивать ваш стабилизатор. В данном режиме он доступен для прошивки. Итак, подключаем ваш электронный стабилизатор. Для этого держим джойстик так, через 3 секунды отпускаем. Так, вот у вас появилась порт благодаря установочному драйверу COM3. Так, ну и запускаем программу с правами администратора. Так, дальше открываем файл прошивки. И нажимаем кнопку Download. Так, вот так вот прошивается электронный стабилизатор Hohem Buff с первой версии до 7. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. До следующих видео. Всем удачи и до свидания.